Всем привет моим подписчикам, удачного классного дня, и в этом выпуске вы увидите: прогноз друга Конора Макгрегора на бой Хасбика и Абдурозика, Коди Гарбранд прервал молчание, тренер Джошуа Фабиа катит бочку на подопечного, тренер Конора Макгрегора Джон Кавана тренирует Уилла Смита. Очень интересно, братва, приятного просмотра. Погнали! Друзья, помните слова Александра Емельяненко про бой Хасбика и Абдурозика? Он и за, и против этого поединка. Сегодня свое мнение высказал друг Конора Макгрегора Дилан Деннис. Он дал прогноз на этот поединок, давайте послушаем. Очень сложный поединок, два солидных бойца, но я склоняюсь к победе Хасбулы. Болельщики уже успели подшутить, что победитель выходит на бой с Генри Сехудо. Но если я не ошибаюсь, то первым эту шутку сказал Петр Ян, российский чемпион, которому по праву должен принадлежать чемпионский титул не Стерлингу, а Петру Яну. А тот факт, что Дилан Деннис знает об этом поединке Хасбика и Абдурозика, говорит о том, что хайп вышел далеко за пределы Российской Федерации. Дошел уже даже до Ирландии или где там находится сейчас Деннис, Америки. Теперь ждем реакцию самого Конора Макгрегора. А пресс-конференция, которая прошла вот совсем недавно, между Хасбиком и Абдурозиком собрала больше 10 миллионов просмотров на YouTube. И я думаю, что не совсем корректно сравнивать эту пресс-конференцию с тем, что мы видели перед боем Хабиба и Конора Макгрегора, потому что в том случае пресс-конференцию показывали в записи. И давайте, друзья, послушаем еще одну шутку, которая сейчас популярна среди болельщиков, где-то в параллельной реальности. Хабиб говорит: «Сегодня утром мне позвонил Дана Уайт и сказал, что хочет организовать супербой. Я ответил ему, что я окончательно завершил карьеру и не вернусь. Он сказал, что я 200 лет ему не нужен, и он звонит мне, чтобы узнать номер Хасбика». Это все юмор, братва. Хорошего всем настроения. А мы продолжаем. Коди Гарбранд вышел в прямой эфир, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку и даже ответить некоторым хейтерам после своего неудачного поединка на UFC Vegas 27. В прямом эфире в Instagram Гарбранд рассказал следующее. Давайте послушаем. «Роб был лучше в этот вечер. Я чувствую, что сражался в клетке с самим собой, но я не хочу умалять его заслуг. Мои поздравления его команде. Мы с моей командой собираемся встряхнуться и вернуться. Мы по-прежнему голодны до того, чтобы быть лучшими до чемпионского титула. Иногда на пути к мечте появляются трудности, которые заставляют работать тяжелее, заставляют понять, что нужно сделать, и делать ваше восхождение на вершину приятнее. Я действительно благодарен. Хотел просто сказать вам, ребята, как сильно ценю вашу поддержку. Я стараюсь драться изо всех сил ради вас. Спасибо». Это были слова Коди Гарбранда. Я же, братва, хочу сказать спасибо лично от себя. Я почитал ваши комментарии на прошлом ролике, мне очень понравилась ваша реакция. Вижу, что вам нравится вот такой формат, в котором я перед вами рассказываю свежие новости. Я не боюсь экспериментировать и вижу, что вам это тоже нравится. Большой вам респект за ваши комменты. Давайте вместе будем покорять новые высоты. Джейк Пол, блогер, который сейчас на слуху, посмеялся над выступлением Коди Гарбранда. Вот его слова. «Что хуже, поражение Коди или то, что он из-за своего роста не может прокатиться на американских горках?» Гарбранд сразу же ему отвечает, и надо сказать, очень красиво, в точку. «Можешь прокатиться на моих яйцах. Первый бой, который я посмотрел с Коди Гарбрандом, был против Круза, и в тот вечер он показал, что он абсолютно на нереальном уровне. Я смотрел этот поединок и не мог поверить, неужели так можно? С тех пор я фанат Коди Гарбранда. Надеюсь, что он вернется на победную тропу и еще не раз покажет чемпионский уровень». Что ждет Гарбранда дальше после поражения? Кто станет его следующим соперником? Как думаете? Поделитесь своим мнением в комментах. А мы продолжаем, братва. Тренер Джошуа Фабиа выкручивается как может. Теперь он выставляет себя жертвой сложившейся ситуации. Напомню, что все началось с того, что UFC уволили его подопечного Диего Санчеса. Не так давно Санчес расторг какие-либо договоренности со своим тренером. Теперь для него Фабиа уже бывший тренер. И вот теперь этот тренер хочет обелить себя. По словам тренера, он содержал Санчеса, потому что тот был на мели, Санчес любил выпить и кое-что еще. Фабиа рассказал, что делал за Санчеса всю грязную работу, что он ему помогал во всех возможных сферах. И теперь искренне не понимает, почему все на него нападают.
Послушайте его слова. «Я выложу это. Я выложу все доказательства, все видео, чувак. Диего 2 года использовал меня. В то время, как я сражался за него и рисковал безо всякой выгоды, теперь мне угрожают смертью». Из-за того, что Диего Санчес разорвал все отношения с учителем школы самосознания, будем надеяться, что в скором времени он исчезнет из радаров ММА. А пока, конечно же, он будет стараться обелить себя, появляться то там, то здесь в СМИ. Надо просто это принять и переждать. Конор Макгрегор хочет продвинуть бой Диего Санчеса против Джошуа Фабия своими силами с помощью Макгрегор Sports and Entertainment, чтобы они выяснили все в восьмиугольнике. Будет ли такой поединок, это остается пока загадкой. Никто из участников ситуации пока никак не отреагировал. Ну а Конору можно отдать должное, потому что он тут же, как видите, оперативно предложил свою помощь. Хайп правит нынешним спортом. Пока не ясно, будет ли Санчес дальше выступать, но одно можно сказать точно. Вот этот раскол Санчеса и его тренера, он назревал, и, собственно, случилось то, что должно было случиться. Пишите в комментах, что думаете об этой ситуации. А мы идем дальше, есть еще новости. Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана помогает Уиллу Смиту набрать отличную форму. Уилл Смит занимается по программе тренировок Каваны «Wimp to Warrior». Суть этих тренировок звучит заманчиво. Программа делает из обычных людей атлетов ММА. Так что Уилл Смит заинтересовался программой и уже, надо сказать, результат виден налицо. Для того, чтобы быть в форме, чтобы радовать фанатов своими новыми ролями и песнями, да, Смит еще и певец, исполнитель, в свои 52 года он стал чаще наведываться в тренажерный зал. У Каваны отличная репутация, он один из лучших в этом деле, и поэтому Смит выбирает лучших. Приятно повеселиться сегодня утром, провести с Уиллом Смитом программу в стиле «Wimp to Warriors» в нас, «Воин». Подписал вот этот снимок Кавана. Судя по всему, Смит выкладывается на тренировках по полной, потому что недавно он выложил фото, на котором был значительно полнее. Из этого делаем вывод, что Кавана и его тренировки приносят свой результат. Уважение и респект. Сейчас Кавана находится в ОАЭ, там же он тренирует Конора Макгрегора, соответственно, работы у тренера сейчас предостаточно. Пишите, братва, как вам ролик, что думаете об увиденном, как вам новости, и обязательно напишите в комментах, как вам формат, я учитываю ваши все пожелания. Как видите, в качественнее выставил свет, не закрываю лицо микрофоном. В общем, все ваши комментарии читаю. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в новом ролике. А сейчас, по традиции, у нас лучшие комментарии с прошлого выпуска. Все, всем хорошего настроения, удачи. Скоро увидимся. Пока.